Сегодня в нашем спортивном клубе «Авокадо» мы проводим открытое первенство среди боксеров младшего возраста и юношей. Возраст боксеров примерно от 6 до 17 лет. Данные соревнования проводятся с периодичностью 4 примерно месяца. И главная цель этих соревнований – это повышение спортивного уровня боксеров, их мастерства, так сказать, обкатка своих навыков профессиональных уже в боевой ситуации. Наиболее успешные боксеры принимают участие в соревнованиях городского, областного уровня. Мы уже имеем чемпионов области, которые ребята готовятся уже к чемпионату Украины, более старшие боксеры. Поэтому вот сегодня в основном у нас малыши боксируют. Пожелаем боксерам удачи, спортивного мастерства. Самое главное – без травм. Участник из клуба «Авокадо» провел 3 боя под руководством Виталия Пивовара, своего тренера. Все 3 боя как раз и выиграл. Бокс мне очень нравится. Это спорт, который тренирует мужественность, силу. Благодаря нему я теперь уже почти ничего не боюсь. В дальнейшем я собираюсь участвовать во всех соревнованиях, которые для меня больше подходят. И буду продолжать участвовать в боксе. Моя цель – это стать чемпионом Украины, мира. Это то, к чему я сейчас стремлюсь. Я мастер спорта международного класса. Вот. Это моя дочка, зовут ее Кира. Вот. Будущая, надеемся, олимпийская чемпионка. Тренируемся мы 8 месяцев, получается. За это время провели 5 боев с ней. Но все получается с мальчиками. Вот, 5 боев, все выиграли, как бы тренируемся через день пока что, потому что занимаемся еще спортивной гимнастикой. Она является чемпионкой Запорожской, Харьковской, Киевской областей по спортивной гимнастике. Параллельно мы выступаем по боксу. Провел 300 боев, но ни разу не был в нокдауне. И всех своих учеников в первую очередь учусь защищаться, а потом уже бить удары. Это самое важное правило в боксе – не пропустить удары. И Кира старается тоже над этим работать. Будем как бы трудиться, и все будет хорошо у нас. Кем ты хочешь стать? Олимпийской чемпионкой. Кем? Олимпийской. Ничего себе. А ты знаешь, что это очень сложно. Да. Ну, будем надеяться на это.